И снова здравствуйте, всем привет. Blender 2.81. И вот такой вопрос решения проблемы именно с одеждой. Отдельные саптулы. Вот здесь присутствует на персонаже именно майка и штаны. Как все это дело сделать, чтобы не отходили штаны, допустим, от основного тела? Так, рик я уже вставил сразу, чтобы не занимать время. Заходим в объектный режим, Object Mode, и теперь выбираем именно вот основного персонажа, вот клешню. Следом выбираем именно тело, выбираем теперь очки и выбираем глаза. Так, сумку, наверное, я пока отключу, ну или в принципе и сумку возьмем и прицепим. Так, делаем Ctrl-P и нажимаем, так, еще через Shift выбираем кости и делаем Ctrl-P, выбираем Width Automatic Widget с автоматическими весами. Сейчас все это дело скрепится и разберемся именно с майкой и штанами. Итак, связь произошла, теперь нужно выделить. Сбросить выделение со всех этих костей. И в принципе посмотрим, что происходит. Кости сейчас вот я выберу. И зайдем в Pose Mode. Теперь смотрите, когда мы начинаем двигать именно тело. Ну нажмем допустим G. Вы видите, что майка отходит именно от тела. Нужно ее теперь привязать. То же самое происходит и с ногами. Смотрим. Нажимаю на кость, G, поднимаем. Вы видите, что нога отдельно от штанов. Потому что штаны не привязаны, а если их привязывать, они будут именно неадекватно действовать. Возвращаемся, смотрим решение вопроса. Так, Object Mode. Выбираем майку и нажимаем на кости. Жмем Ctrl-P и нажимаем With Empty Group. Вот это. Теперь выбираем только майку и заходим в модификаторы. Это модификатор и находим модификатор Date Transfer. Вот этот. Теперь нажимаем на пацана или выбираем в списке само тело пацан. Ну и следом ставим Vertex и нажимаем вот этот Vertex Group. Все, теперь применяем все это дело. Ну и посмотрим, как все это теперь решилось. Заходим, нажимаем кости, заходим в Pose Mode, выбираем позвоночную кость, G, и вы видите, что майка уже все прилипла к телу. То же самое проделаем со штанами. Объектный режим. Выбираем штаны через Shift кости. Ctrl-P with Empty Group. Выбираем штаны и опять же добавляем модификатор Date Transfer. Выбираем именно тело, на котором одеты штаны. Это вот у меня пацан. И опять же Vertex нажимаем. И кнопки применить. Здесь также есть настройки одежды, вот этой вот модификатора, можно еще там поднастроить. Ну и проверяем Pose Mode, жмем G, и вы видите, что все, нога теперь уже работает именно со штанами. Ну тут немножко у меня топология страдает, буду потом ретоп делать. Это не проблема. Так, теперь опять же видимость костей, и вот так вот работает у меня именно вот когти. Рука работает теперь вот так вот. G. Все мягко, потому что модель уже легкая. Ну вот так все. Все, всем пока, до свидания.
Вот такое решение именно проблемы отслоения другого саптула. Одежда вот так все решается.